В Россию каждый год приезжают миллионы иностранцев. Гости нашей страны вызывают разные эмоции. Одним помогают, других боятся. Но все они сталкиваются с определенными стереотипами, прежде всего из-за внешности. Мы решили узнать, насколько сильны эти стереотипы жителей Москвы. И смогут ли они с первого взгляда определить национальность того или иного человека. Ну, тут, кстати, довольно интересно. Черные глаза, черные волосы. У нас Карина похожа на нее. Да. 100% восточная. Это вот Индия, ну, вот индуска. Ну, из Кавказа. У меня есть друг, похожий на него. Он не русский? Американец. Да, да. Темные глаза, черные волосы. Черты лица. Явно не русский. Это может быть смесь русской мамы и армянского папы. Араб. Как... Родом с Кавказа. Что-то а-ля Турция какая-то. Ну, черные волосы. Грузин. Не могу предположить. Ну, пусть будет русская. Русская. Азиатка? В каком месте азиатка? Индианка? Башкирка. Вроде как узкий такой разрез глаз. Макияж, но, да, макияж, конечно, и расширяет ей глаза. Немец. Родом, ну, с большой матушки России. Да, чистые глаза, светлые волосы. Да. У него мягкие черты лица, но нос у него немножко... Да, что-то Грузия, Греция, что-то такое. Почему-то видно, что ты русский. Они все этот тип даже. Накрашены, намазаны. Вот этот. Да, угу. Вот этот парень. Это же я своих не узнала. Я рада. Украинцев и русских я до сих пор не делю как национальности. Мы знаем, что по внешности не судят, но чаще всего мы это и делаем. При этом, чего и следовало ожидать, часто ошибаемся. В этом убедились сегодня в нашем опросе.